Друзья, привет! Приветствую вас на канале Немецкий язык по плейлистам. И мы продолжаем наш плейлист Немецкий язык за 50 уроков и нашу контрольную работу. Итак, скажем. Я встретил его по пути. Я. И хабе. Его. Ин. По пути. Унтевекс. Унтевекс. Встретил. Гетрофен. Гетрофен. Ich habe ihn unterwegs getroffen. Я habe ihn unterwegs getroffen. Я встретил его по пути. И habe ihn unterwegs getroffen. После развода она снова вышла замуж. После развода nach der Scheidung nach der Scheidung она hat sie Снова. Энойт, Энойт, вышла замуж. Гехаратит. Гехаратит. Нах дешадум, хат-зи, энойт, гехаратит. Нах дешайдум, хат-зи, эноид гехаратит. Пусть развода, она снова вышла замуж. Нах дешадум, хат-зи, энойт, гехаратит. Я встретил, его по пути. И хабе ин унтывекс гетрофан. После развода она снова вышла замуж. Nach der Scheidung hat sie erneut gearbeitet. И хабе ин унтывекс гетрофан. Nach der Scheidung hat sie erneut geheiratet. Он умер неделю назад. Он ейст er Er ist назад vor eine Woche умер gestorben um er gestorben Er ist vor eine Woche gestorben Он умер недель назад Er ist vor eine Woche gestorben Мы er должны er 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 съезжать мы должны ве мюсен ве мюсен сижать аусин аусин ве мюсен аусин ве мюсен аусин мы должны съезжать. ве мюсен аусин вопрос ты это видел ты хаст ду это с видел Gesehen. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ты это видел? Hast du es gesehen? Он умер неделю назад. Er ist vor eine Woche gestorben. Мы должны съезжать. Wir müssen aussehen. Вопрос. Ты это видел? Hast du es gesehen? Er ist vor eine Woche gestorben. Wir müssen aussehen, Hast du es gesehen? Мы весь вечер тебя ждали. Мы. Wir haben. Весь вечер. Den ganzen Abend. Den ganzen Abend. Тебя ждали. Тебя. Auf dich. Auf dich. Ждали. гевартет. Гевартет. Wir haben den ganzen Abend auf dich gewartet. Мы весь вечер тебя ждали. хабен Я много переводил с русского на немецкий. Я. Я хабе. Много. Филь. С русского. Аус дем русишен. Аус дем русишен. На немецкий. Инс дойче. Переводил. Юбезетст. Юбезетст. И хабе филь аус дем русишен. Инс дойче. Убезетст. Ich habe viel aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt. Я много переводил с русского на немецкий. Ich habe viel aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt. Мы весь вечер тебя ждали. Wir haben den ganzen Abend auf dich gewartet. Я много переводил с русского на немецкий. Habe viel aus dem ins Она посетила один из крупнейших университетов США. Она. Sie hat один из крупнейших университетов. Используем краткое слово Унис. Получается один из крупнейших Айне де Грюстен Айне де Грюстен университетов. Кратко это будет Унис Унис в США Инден О.С.А. Инден О.С.А. посетила Безухт Sie hat, eine der Unis in den USA Sie hat eine der größten Unis in den USA besucht. Она посетила один из крупнейших университетов США. Sie hat eine der größten Unis in den USA besucht. Вопрос. Ты один плавал в бассейне? Ты... Бист ду один алайне в бассейне импуль импуль плавал гешвомен гешвомен бист ду алайне импуль гешвомен бист ду алайне импуль гешвомен ты один плавал в бассейне бист ду алайне импуль гешвомен она посетила один из крупнейших университетов США. Зи хат айнэ де грюстен унес инден О.С.А. Бизухт. Вопрос. Ты один плыл бассейне? Бист ду айнэ импульгешвамен? Зи хат айнэ де грюстен унес инден О.С.А. Бизухт. Бист ду айнэ импульгешвамен? К сожалению, она не оплатила аренду. К сожалению, лайда, лайда, она, хадзи, хадзи, не оплатила аренду. То есть аренду, димите, димите, не оплатила, не, нихт, оплатила, бицальт. Лайда, хадзи, димите, нихт, бицальт. Leider hat sie ди миты, nicht bezahlt. К сожалению, она не оплатила аренду. Leider hat sie ди миты, nicht bezahlt. Всех участников он поблагодарил за внимание. Он, er hat, далее говорим, «зих». er hat sich, всех участников с помощью by, by, всех участников Ален Тальнеман Бай Ален Тальнеман Далее за внимание Фюс Фюс и благодарил Биданкт Er hat sich bei allen Teilnehmern fürs Zuhören bedankt. Er hat sich bei allen Teilnehmern fürs Zuhören bedankt. Всех участников он поблагодарил за внимание. Er hat sich bei allen Teilnehmern fürs Zuhören bedankt. К сожалению, она не оплатила аренду. Leider hat sie die Miete nicht bezahlt. Всех участников он благодарил за внимание. Er hat sich bei allen Teilnehmern fürs Zuhören bedankt. Leider hat sie die Mitte nicht bezahlt. Er hat sich bei allen Teilnehmern fürs Zuhören bedankt. Plan полностью провалился. Plan Der Plan. Der Plan. Die Form sein ist полностью. Фелих. Фелих. Пролился. Мислунген. Мислунген. Де план ист. Фелих. Мислунген. Де план ист. Фелих. Мислунген. План полностью провалился. Де план ист. Фелих. Мислунген. Я благодарил вас за ваши усилия. Я. И Далее. Мих. Мих. Да, по умолчанию используем вежливую форму. Вас с помощью by. Получается by inen. By inen. За ваши усилия. За ваши. Für ihre. Für ihre. Усилия. Bemüngen. Bemüngen. Für ihre. Bemüngen. И далее еще благодарил bedankt. Ich habe mich by ihnen für Ihre Bemühungen bedankt. Ich habe mich bei Ihnen für Ihre Bemühungen bedankt. Я благодарил вас за ваши усилия. Ich habe mich bei Ihnen für Ihre Bemühungen bedankt. План полностью провалился. Der Plan ist völlig misslungen. Я благодарил вас за ваши усилия. Ich habe mich bei Ihnen für Ihre Bemühungen bedankt. Der Plan ist völlig misslungen. Ich habe mich bei Ihnen für Ihre Bemühungen bedankt. Pschira, ja, Vchera, gestern, gestern, ja. Habe ich, habe ich, Chas Eine Stunde. eine Stunde простоял в очереди. То есть в очереди -de in der Warteschlange in der Warteschlange простоял gestanden. Gestanden. Gestern habe ich eine Stunde in der Warteschlange gestanden. Gestern habe ich eine Stunde in der Warteschlange gestanden. Вчера я час простоял в очереди. Gestern habe ich eine Stunde in der Warteschlange gestanden. Я только что съел суши и попил чай. Я. Я habe. Только что. Используем gerade. Gerade. Суши. Суши. Съел. Gegessen. Gegessen. И попил чай. То есть и чай. Und те. Und те. Попил чай. Getrunken. Getrunken. Ich habe gerade Sushi gegessen und getrunken. Sushi Я только что съел суши и попил чай. Ich habe gerade Sushi gegessen und Tee getrunken. Вчера я час простоял в очереди. Gestern habe ich eine Stunde in der Warteschlange gestanden. Я только что съел суши и попил чай. Я habe gerade суши gegessen und getrunken. Я нуждался в хорошем уходе и питании. Я и habe В хорошем уходе Gute Pflege gute Pflege, I und Ernährung. Und Ernährung, нуждался, gebraucht. Gebraucht. Ich habe gute Pflege und Ernährung gebraucht. Er habe gute Pflege und Ernährung gebraucht. Ja, хорошем уходе и питании. gute Pflege und ernährung gebraucht. Она переводила текст как можно быстрее. Она. Зихат. Далее как можно быстрее. То есть так быстро. Зо so шнель. Как возможно. Ви меклих. Зо шнель. Ви Зихат. Зо шнель. Ви Переводила текст. То есть текст. Ден текст переводила «übesetzt». «Übesetzt». «Sie hat so schnell wie möglich den Text übersetzt». «Sie hat so schnell wie möglich den Text Она переводила текст как можно быстрее. «Sie hat so schnell wie möglich den Text «Я нуждался в хорошем уходе и питании». «Ich habe gute Pflege und Ernährung gebraucht». Она переводила текст как можно быстрее. Sie hat so schnell wie möglich den Text übersetzt. Ich habe gute Pflege und Ernährung gebraucht. Sie hat so schnell wie möglich den Text übersetzt. Вопрос. Фильм уже начался. Фильм. Hat der Film? Hat der Film? Уже. Schon. Начался. Начался используя форму beginnen, begonnen, begonnen. Hat der Film schon begonnen? Hat der Film schon begonnen? Фильм уже начался. Hat der Film schon begonnen? Вопрос. Ты уже сходил за покупками? Ты bist du уже schon ходил за покупками? То есть за покупками «сум» einkaufen – Сум Айнкауфен, сходил гекомен. Без душон сум Айнкауфен гекомен. Без душон сум Айнкауфен гекомен. Ты уже сходил за покупками. Без душон сум Айнкауфен гекомен. Вкус пиццы был замечательным. Ословно говорим, пицца. Ди. Пицца. Для пиццы. Для формы хабан. Замечательным. Используем -за слово "wunderbar", "wunderbar" и форма еще в конце "geschmeckt". "geschmeckt". Die Pizza hat wunderbar geschmeckt. Die Pizza hat wunderbar geschmeckt. Вкус пиццы был замечательным. Die Pizza hat wunderbar geschmeckt. Вопрос. Фильм уже начался? Hat der Film schon begonnen? Вопрос. Ты уже сходил за покупками. Бист душон зум Вкус пиццы был замечательным. Ди пицца хат вудуба гешмек. Хат де фильм Шон Бист душон сум пицца хат И это означало для меня большой стресс. Это, es hat для меня, für mich, большой стресс, условно скажем, много стресса, viel Stress, viel Stress. Означало, bedeutet, bedeutet. Es hat für mich viel Stress bedeutet. Es hat für mich viel Это означало для меня большой стресс. Es hat Für mich viel Stress bedeutet. Es hat für mich viel Stress bedeutet. Danke, meine Freunde. Bis bald.